Нет. Потише. Какие там нам комментарии прислали? Итак, пока мы едем на шашлычки, закупились, почитаем комментарии к нашему вчерашнему видео. Марина, господи, Марина, Малинка, счастливая, счастливкина, пишет: Люба, снимай же чаще видео, на тоска без тебя. А то вот порадовала, но мало. Вот сволочь, Марина Счастливкина. И написала про отца. Не буду больше с матерью в видео участвовать. Ни в одном. Дальше какая-то. ГГГ645. Какие же вы классные, матч лов. Мегатома 999 пишет какие-то улыбочки. Можно сказать, без комментариев. Саша Има, ха-ха-ха-ха. Потом какой-то ник тут непонятно идет. Вот. Сабина. Какая-то Гусуевна. Извиняюсь, неправильно. Лучше, спасибо, мы знаем. Так, ой. Дальше. Человек... Все, звездная болезнь. 100 просмотров. И вот. Человек дождя. Какая-то красивая блондинка пишет нам: как всегда, вы лучшие, заряд позитива просто на весь день. Думаю, сегодня мы порадуем вас еще больше, когда снимем видео с шашлычков. Игнас Кар... Не знаю, не могу это прочитать, ладно. Написала отец и улыбочка. Наверное, отец радует. Так, и Ариадна Дэм пишет: будут ли новые обзорчики на журналы? Ну, это вопрос к матери, не знаю, как там будут обзорчики. Только что мы как раз с Любой читали журнал, не знаю, как называется, но там есть интересные статьи хорошие. Так мы читали, извините меня, «Русский репортер». Да, такие, я думаю, никто и не знает. Никому не интересно. Да, у нас же все читают стандартизированные журналы какие-то там. Нет, просто есть и мода. И мода. Мода. А есть, извините меня, политика. Сними, вон какая пробка, сколько мы уже стоим. 2 часа едем, шашлыки в багажнике уже сами пожарились. Зря купили мангал и угли. Вот эта штука, она мне что-то постоянно мешает. Это иммунелька для оздоровления. Микроб? Микроб, иммунелька, лактобактерия. Сперматозоид. Что, уже видео? Да. Какие купили мы тарелочки для шашлыков. Новомодные, с собачкой. С лягушечкой. Вот этот моя. Под свиные шашлычки. Еще одна с лягушечкой. Это моя. Да. Лягухой. Ну, тебя похоже, мне кажется. Такая. Вот такие у нас приготовления. Начинаются у нас не с выбора тарелок. И нанизывание шашлыков. Ты умеешь делать шашлыки? Да. Это, наверное, единственное, что я умею готовить. И то, если покупное мясо, конечно, да? Сам не мариную. Времени нет. Сегодня погодка удалась. Так что шашлычки будут на славу. Вон у нас уже мангал. Наш рабочий. А что поражи бахали, блядь? Этого наняли, да? Наняли. Таджика. Наняли таджика, чтобы нам все собрал, сделал. То, что мы с матерью не любим, не помогает. Слушайте, а можно это как-нибудь лицом повернуться? Ну, я же сериал снимаю. Не понимаю, ты же таджик. 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 Тварь, крутишься. Много не сейп. Скотина, пыль летит. Праздник у девчат. Сегодня будут танцы. Щеки девушек горят. Горят. Девчонки стоят. Тебя. Картина называется «Пошли шашлыка». Чего? Ужасно. Стены. Напрасно.
Небес. Девчонки, чего там? На слово! А мы установили по статистике 9 ребят.